И вот, пожалуйста, вылезает на пятак Коростелев. И счет открыт в этой серии. 14 секунд «Металлургу» потребовалось, чтобы разыграть лишнего. Так достаточно пассивно екатеринбуржцы действовали под своими воротами. И Коростелев в итоге этой пассивностью воспользовался. Да, прям как предчувствовал. Я эту заброшенную шайбу даже замолчал. Но опять же, мы говорим, что да, вот эта заброшенная шайба в большинстве где-то как раз и, может быть, удача пришла и раскрепостила магнитогорцев, но здесь мы видим, конечно, здорово все делает Коростелев, и, наверное, тут Эберт не лучшим образом сыграл, и Баранцев не успел тоже так же помешать.